بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دراجي مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мы продолжаем серию лекций, серию лекций, законы Аллаха на Земле, установление Аллаха Субханahu Тааля, который установил на Земле. Мы в прошлом уроке рассказали о липтиля испытания. Иншаллах, сегодняшняя лекция будет у нас про установление Аллаха Субханного для победы, законы победы на земле. Алистихлав, чтобы наместником на земле быть, какие законы установил Аллах Субханного та и тамкин, чтобы укрепленно держались на земле, какие установления поставил Аллах Субханного Тааля. Этот закон – который Аллах Субхану Тал поставил, установление для побед, это постоянное. Как сказал Ибн Тайми, Рахмахуллах, это закон Аллаха Субхану Тааля, его установление, чтобы помочь для верующих рабов Аллаха Субхану Тааля. Когда, когда они будут делать пильваджи, то, что Аллах Субхану Таал им обязал. В Это закон будет мест إنكازانية للكافرين، если مسلمان بود تأبين الله سبحانه وتعالى، تأبين لن نيم، إذا بود يلات. تلكافري كاتورة باستثنى كالله دنيسلي الله سبحانه وتعالى كلم كاتورة نسبت لقرآن. نكازانيم أتى الله سبحانه وتعالى إلّي جروا كامي ويروا الشيخ لودي. Это сунна Аллаха это дорога Аллаха, которую на земле поставил, установление, которое всегда остается на земле и всегда работает. Второе, Аллах Субхану упомянул в Коране для победы условий. Эти условия это должны мы соблюдать. И для проражения поставил причины, которые мы должны это оставить. Чем больше мы это причины сделаем, условия сделаем, победа к нам будет близка, чем больше мы остановимся от причины поражения, поражение тоже будет от нас далеко, иншаллах. Первый из этих причин, условия, первые условия, которые Аллах Субхану много раз упоминает в Коране для победы, это является ассабр, терпение. Терпение при сражении, терпение когда война идет, чтобы не убегать с поля боя. Терпение держаться в исламе. Какое бы трудное время не было, укрепиться и держаться в исламе, и, и делать постоянный джихад, и не менять законы Аллаха Субхану Ва Далил из Корана Субхану Ва который нам указывает, что для победы обязательно, чтобы сабр, терпение. Ва им минкум, а, «Ин якум я, я галибу ми Аллах». Если у вас будет 20 человек, которые терпеливые, терпят на этом э, бою, они говорят, 200 человек выиграют. Аллах говорит, 200 выиграют. Потом Аллах Субханава Та'аля облегчил и сказал, «Фа и я, я галибу Если у вас будет 100 человек, которые терпеливые, они выиграют 200 человек. Здесь первое условие поставил здесь Сабирун, которые терпят, терпеливые, которые не убегают с поля боя. В другом аяте Аллах говорит, «Кам мин фиатин калилатин галабат фиатин кафиратин би изниллах в Аллаху сабирин». Сколько же, говорит, малая группа, которая выигрывала, больших групп, с помощью Аллаха Субхану Ата'Аля, с дозволением Аллаха Субхану Ата'Аля, فاستنى الله ترPILEوهم الودمى. إذ ذا وпомнئاة الله سبحانه وتعالى أصوات ترپني. درجوا مايات الله جواريد. فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين. أنا جواريد مسلماني. زاتوشتا نأتشايلس. زاتوشتا أنا إن لبلوتشينا بتي الله كيد بدي. إن إن стакану, – «Они не отвернулись». в юхиббу – «Поистине Аллах любит терпливых людей». В другом аяте Аллах говорит муллаху саваба дунья» – «Аллах им дал вознаграждение этого мира». Это победу. Из Далилов, который указывает терпением, с терпением бывает победа Аллаха Субхану тааля Хадис пророка, который сказал пророк, хадис, который, хадис пророка, который передал Ибн Аббас, пророк говорит, «Ва'лам анна насра сабр Знай, говорит, поистине победа бывает с терпением. Эти все аяты и хадис указывают, что необходимость, один из сильнейших необходимых вещь, которая является для победы, для мусульман – – это терпение. Второе из условий является «Аль-Иман», «Якин», «Убежденность». Чем больше, имам, чем больше иман верующих людей, сражающих людей, тем близко победа Аллаха Субханаху Ва Та'Аля. Аллах, Ибн Каим говорит, Рахмуллах, также говорит, победа إي помощи بالنفسيانية الله سبحانه وتعالى تبود الله قولت قرآني إن إِنَّا لَنَنْصُرَ رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإستنى جزني كذا

Аллах говорит. А. С этих аятов Ибн, Ибн продолжает и говорит. У кого иман говорит, уменьшается, тому говорит, уменьшается доля от победы. И помощь от Аллаха Субхану Тааля. Если, говорит, какой-то беда попадает в мусульманин в своем имуществе или же в своем душе, или же над ним враг выиграл,

لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الله أبشال لتيخ كتو إِذْ إزواز ترى سلوية وعملوا الصالحات كتو أبيروال праведные деяния. Что? Что он непроменно их сделает наместниками на земле. условия поставил, чтобы наместникам на земле сделать, уверивать и делать праведные деяния. Как? Как сделал Аллах Субхану Таал до вас, которые были общины на земле? Наместникам так же вас тоже сделает. И Аллах Субхану Таал одарит их возможность исповедовать их религию. Тамкин, чтобы они могли исповедовать свою религию, тоже Аллах Субхану им сделает, который Аллах Субхану доволен إيتم رелиجية. здесь собрал между إيماناً وحاجة إيمانية. ثالثة أو أربعة شرطات تعطى الله تعطى الله ورسوله. حديث الله سبحانه وتعالى ورسوله. كيف كيف زوج الله سبحانه وتعالى لمن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون Аллаха Уллаха Расуля. О, те, которые уверовали, когда вы встретитесь с группами ваших врагов, фаспуту вы держитесь, сабру делать держит, вас куруллах И поминайте Аллаха, Аллах وتعالى, многократно, лааллах, туфли, может быть, вы станете преуспешными. Продолжает следующий аят, говорит, Аллаха повинуйтесь Аллаху и его посланнику. Это нам указал, это аят указывает нам, если мы оставим повиноваться Аллаху и его посланнику, что поражение Аллаха придет, как пришло, Яум Охуд. Этим же аят Аллах Субхану Тал описывает ситуацию Яум Охуд, Аллах говорит, Хатта ида фашильтум, ватана затум фил амри, ва асайтум им аракум Пока как вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа, приказ, который был пророк, что бы ни случилось, мы знаем эту историю при Охаде, что, что, бы с нами ни случилось, ход кафиры выиграют, ход кафиры проигрывают, не оставьте эту точку. Их поставили 15 лучников на горе Охад. А мы же начали спорить. Пророк, саллиллах имел в виду, пока победы не будет, это они ослушали своего амира, который пророк, Vassal, над ним поставил, и оставили эту точку, и которая была победа, привернулась поражением. Что стал? Как он показал вам? Что вы любите? Что они любили? Любили победу, любили трофей. Это все показал. Уже начали трофей собирать. Этот момент, они эту точку оставили, ослушались Аллаху и Посланнику, и они, победа привернулась, поражением. Иштима'уль калима. Этот, чтобы не было раздор между муджаидами, чтобы вместе были. Как Аллах в Коране говорит, не спорит и, и не разделяться. Аллах говорит, вала таназау, ватафшалу, Не спорьте, говорит Аллах Субхану, не перепирайтесь, а не то вы падете, падете духом, у вас дух упадет. Если будет перепираться, спорить, у вас дух упадет, и у вас перед врагами, ваша эта сила и страх, который перед врагами, которые есть, это тоже уйдет. فايستن، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس الله لبيت تكاتوري استراجعوا تنا يوبوتي صفا أدنوم لدوم مست نيرز دلائز سلسي أسلوية اتخاذ الأسباب ذات بريشيني بريشيني بابيدي شتب مفزالي كاك الله قرآن إذا بشال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل приготовьте против них мастатат Сколько вы можете силу и приготовьте и обученные лошади, приготовьте против них. Ай, готовьте против врагов оружие, готовьте силу против врагов. И как пророк Саллаху в всех битвах, сколько он мог, эту силу собирал, приготовлюсь, армию приготавливал. И потом, при, э, при битве ряды разделял, каждому приказ давал и каждому амир ставил. Все причины брал пророк, саллиллаху алейкум, и доспехи одевал, железную одежду одевал. Хотя он был господином тех людей, которые уповаются на Аллаха, та ал, хотя так, он когда битву выходил, одевал железную одежду, доспех одевал. Не уповался на иман, не уповался только на Аллаха и причины брал. Причины брал, потом уповался на Аллаху Субхану тааля. Из этих причин численность врагов. Аллах говорит, алима анна фикум да сейчас, говорит, Аллах вам облегчил и узнал, что у вас есть. Сейчас облегчил и узнал, что у вас уже находится слабость. Вы уже слабые и облегчил. Если у вас гвейня, кумин кумиатун Если у вас 100 человек есть, которые терпеливые, выиграют 200 человек. Эти аяты, чтобы мы держались на этом пути, чтобы не убегали от врагов, была неспослана. Это не означает, если больше враги будут, чем два раза, чтобы победа не будет. Нет. Очень много в битвах мусульмане выигрывали их численность, была даже один к 80 даже одном бою было. Мусульмане было 4 тысячи. Газвата Мута. Мусульмане было 4 тысячи. В му этих э, римляне и вместе с ним арабы присоединились, которые были христианами. 200 тысяч врагов было. В этом бою они не проиграли. И не выиграли. Первым там убили которые, три амира, которые пророк саллил, саллил поставил. Джафар, э, Зайдумна хариса и Абдуллах ибн Раваха, кажется. Да. Вот эти три Амира, когда убили, Хали взял флаг, и этом битве они вышли не проигравшими. Как Аллах в Коране говорит, сколько же есть малочисленная группа, которая выиграла многочисленных групп с дозволением Аллаха субхана Та'аля. Если уже поражение получили верующие люди, те люди, которые сражаются на пути Аллаха, может, может, быть, они полноценные этой причины не взяли, или же хотя этой причины есть, как мы в прошлых уроках сказали, закон испытания, может быть, вмешивался в этом битве, и может быть, Мудавала, как сказал пророк, чередование победы и поражения. Второе. Или же, может быть, мусульмане какой то условие из условий победы оставили. Валакад Аллах в говорит, Аллах был праведлив, э, э, праведливым был правдивым. Аллах был правдивым в своем обещании, что вам будет победа. Когда говорит, Итахусуна убили, когда вы уничтожали с помощью Аллаха этих кафиров, что случилось? Хатта ида пали духом, вот и начали припираться между собой, и когда вы ослушались после того, когда вы увидели то, что вы хотели и любили, Минку Майюрид Дунья, из вас есть кто хочет Дунья, из вас есть кто Минку Майюрид Ахер, из вас есть кто хочет Ахера, сумма Сарафа Куманхум, Диабтелеякум. Потом их отвернул от вас, чтобы они убежали, чтобы Аллах Субхану Тал, испытал вас, испытание здесь. Или же это то, что случилось, может быть, не было поражением. Может быть, это суннату наср, это победа, которая, например, ислам победа, самая, которая большая победа, победа с силой. Другая победа есть, которую пророк Аллах Хуране обещал для верующих людей, иншаллах, а я это когда буду разъяснять, победа с далилами и доказательствами против врагов. Многие думают, победа только выиграть над врагами. Это неправильно, потому что в всех э, обращениях Аллаха Субхану Коране разные победы есть. Первая победа победа над врагами. Выиграть над врагами это первое. Второе, выиграть над ним не силой, а с далилами. Доказывать против кафиров, что ислам это правильная религия, праведная религия, что Аллах Суханта существует — Это второе. Третье. Даже что спасти от врагов, тоже является победой. Как Аллах, субхану спас а, кауму Муса, салам от фараона и спас а, те люди, которые люди, но, алейхиссалам от потока, от потопа. Из этих побед, что группами входить в ислам, как Аллах говорит, когда в когда... Когда придет помощь Аллаха и открытие, и когда увидишь, что люди входят в религию Аллаха Субхану Таала группами. Из этих побед, которые Аллах Субхану Таала даровал верующим людям, уничтожит врагов ислама и мстит против, за, за мусульман, их врагов после их смерти, много есть пророков, пророк, которые убили, но после их убийства у идеи, когда убили, Аллах, Субханаху ал, наказал их за их грех, за их э, после смерти даже. Аллах, Субхану ал, дал им победу. Это коротко, который мы сейчас рассказали. Сейчас расскажем слова ученых, что они говорят про победу. Ибн Аль-Джаузи говорит, Аллах. Инна ланансуру Поистине мы помогаем своим посланникам, дадим им победу в этом, в этом дуне, в этом мире. А Ибн Джаузе говорит, какую победу здесь имеет в виду Аллах Субхану Первый здесь говорит, из ученых, среди ученых есть три мнения. Первый из них, что им победа дает, что их укрепив их доказательства. Второе, уничтожил их врага. Третье, все равно конец, их конец, победный конец будет для верующих людей, для пророков. Победа, несомненно, будет. Иногда победа бывает, что они выиграли над врагами, как Дауд, алейхиссалам, и Сулейман Алейссалам. И также как выиграл Мухаммад, -салям, над теми, которые считали его лжецом. И также по победа будет, наказав народов, которые не верят пророков. Как наказал Аллах, субхану ва народ Нуха, алейхиссалам, и народ Муса, алейхиссалам. Также может быть победа, местит за пророка после его смерти, как сделал الله سبحانه وتعالى نبراه против يوديه بخت после يحيى ابن زكريا عليه السلام شيخ شنقيتي قالت رحمه الله medicأ... الله كذا كتب الله لأغلبن أنا ورسول الله في بسال شتو أنا يا أولئك في في الأذلين أتي فرقيبو باستيان إن الله قوي عزيز بايستن الله سلني في سمغوشي سيغر بلشستو آياتي كتوري ببابد يدود ات أتا شتايت ببابد مچوم الله قال, إن يكن منكم عشرون صَابِرٌ يَغْلِبُ مئتين وإن يكن منكم من الذين كفروا Как Аллах Урал сказал, если у вас будет 20 терпеливые, выиграет 200. Если у вас будет 100 терпеливых, выиграет 1000. В другом маяте говорит, что иня куминку сабиру, то я люблю миатейн, ваиня куминку альфа, я люблю альфейн. Если у вас будет 1000, выиграет 2000 тоже. В другом маяте, победа, которую Аллах Су говорит, если у вас алифлям мим, Гулибаты, рум, проиграли римляне. «Фи После их прогреша они заново выиграют «фи в течение нескольких лет. Слово «галаба», «победа» в Уране большинство приходит, что выиграет над врагами оружием, силой. Хотя иногда приходят, выиграть э, далилами, выиграть доказательствами. Большинство, когда Аллах использует победу в Коране, это означает победа силой. Ты скажи кафирам, что вы проиграете. И Аллах в Коране э, в некоторых аятах сказал, те, которые убиты, они не выигравшие. Они э, проигравшие те, которые сажают на пути Аллаха, или же убьют, или же Он побеждает. От этого от аятов нам ясно стало, что Аллах Субхану, когда говорит Победа, что означает победа силой над врагами. И ученые говорят, говорят, ученые говорят, победа пророков делится на две части. Первая победа пророков выиграть над своими врагами, своими долилами, доказательствами выиграть. Эта победа дана всем пророкам. Нет ни один пророк, который своими долилами проиграл каферов, мушриков. Второе выиграть своих врагов мечом, меч, оружием. Эта победа тоже дал Аллах таал, тем пророкам, которые было им обязаны сражаться на пути Аллаха. Нет пророка тоже, который Аллах субхану таал, приказал сражаться против своих врагов и конец, который не был победы для Него. Ни один пророк нет, который Аллах приказал сражаться против своих врагов и не дал победу. А тот, который был, не был приказан ему сражаться против своих врагов, он не победивший, не проигравший. бою имеет в виду. А когда Аллах говорит, мы, мои рабы всегда побежденные, он имел в виду те рабы, которые Аллах приказал им сражаться на пути Аллаха. Аллах в Коране говорит, «Инна ланансуру лана». Мы, говорит, поможем своим посланникам. В другом аяте говорит, «Валакад сабакад калиматуна ли аль-мурсалин». Innahum Lahumul Mansourun. У нас, говорит, было уже решено, наши слова решено, было для моих э, рабов, которые я не спаслал, что они, innahum Lahumul Mansourun, поистине они являются всегда выигравшими, победившими. Здесь имеется в виду, это победа мечом. С, э, кому? Тем пророкам, который было приказано им сражаться на пути Аллаха кому было обязано джихад, эти пророки, им Аллах Субхану тоже дал победу мечом над своими врагами. А те пророки и те посланники было только призывать своим э, мушликов, но не было им приказано сражаться с ним, они всегда были побеждев, выигравшими, победившими своими далилами. Ибн Атаги говорит, Рахмуллах, и ва яума идзин яфраху му муминин бинасу с этого аята понимается и говорит, смотри, Аллах говорит, тот день, когда римляне выиграют против персов, будут радоваться верующие помощи Аллаха Субхану Здесь говорит, понимаете, Ибн Ат-Тия, что мусульмане радуются за то, что Аллах Субхану помог римлянам. Нет, что? За то, что Аллах Субхану дал победу мусульманам, в чем? За то, что Аллах подтвердил то, что сказал Пророк, саллислав им. Пророк, Пророк же прочитал аят, что римляне проиграли, но через несколько лет они выиграют. Что это подтвердился, мусульмане начали радоваться. Это тоже часть один из побед когда чел, э, пророки выигрывают своими долилами, свои слова подтверждаются, это тоже является час победы, который Аллах Субхану Таал обещал. Ибну Таймига Драхаму Аллах объясняет аяты победы. Некоторым говорит, некоторые не понимают, как Аллах Субхану Таал обещал победу пророкам, и некоторые из них были убиты. Некоторые пророки были убиты, как мы сказали, Яхья Закария, как убили. Как будет победа, если их убили? Ответ. Если даже убийство был, говорит, что возвисит религия Аллаха Субханава Та'ала и тех людей, которые держатся этой религии, это тоже говорит, полноценная победа. Потому что смерть необходима. Если тот, кто, тот, кто убит на пути Аллаха, он будет счастлив в судный день. Это цель победы. Наша цель победы что? Мы чтобы были счастливы в судный день, чтобы в рай попасть. Это первое. А... Как это положение, как было положение нашего пророка, саллиллаху Сражения были. Некоторые его близкие сподвижники убили. Но это не означает, что он проиграл. Например, Газвату Бадр, 14 подвижников убили. И также, в сражении много, 70 подвижников убили. Но конец все равно была победа для пророка, саллиллаху алейхи И это была победа, и кто умрут на этом пути, тоже были в раю. Как с подвижниками говорили, кафирам, Наш нам наш пророк обещал, рассказал, кто. Убьют наши, из наших, войдут в рай, и кто останется, э, овладеет вами. Мужчинам они так говорили. Кто умрет, в рай попадает. Кто жив останется, вы будете под ними. Так обращались с подвижником пророка, саллиллаху алейху. ассалам. Убитый в таком положении, когда его друзья и его пророк, и его сподвижник, если когда выиграют это положение, убитый тоже является победившим. Это тоже победа. Также, если убьют человека после, посредством его смерти, если возвышается религия, это тоже победа. Как случилось, мы знаем, тот молодой человек, который хотел убить э, тиран, который который учился у этого, у колдуна, потом пошел учиться у этого праведного человека. Но эта история большая, сейчас не расскажем. Конечно, мы все знаем. Он сказал этому королю, ты меня убить не сможешь, кроме как, если так сделать, как я тебе говорю. Если сделаешь то, что я тебе скажу, ты можешь меня убить. Он говорит, сделаю. Собери тогда, говорит, весь народ, людей собери, и там поставь меня и направь против меня стрелу и скажи безмилля с именем Господа этого э, юноши. С именем Господа этого юноши. И выстрели. Тогда, говорит, ты меня можешь убить. Потому что весь народ знали, король хочет его убить, не может убить. Его горе подняли, выбросили. Те, кто с ним были, они... Аллах, ну что он спас? Море забрали, а тут тоже он пришел. Он не может его убить. Он говорит, ты меня не можешь убить, кроме как сделаешь, как я скажу. Он рассказал ему, как его убить, для чего. Чтобы остальные народ, чтобы ислам приняли. Это является победой. И он сделал, как этот юноша сказал, и убили этого юношу, но его народ приняли ислам. И начали кричать, ⁇ Аманнаби раббил гулам ⁇ мы уверовали Господом этого юноши. И также, когда Умар Мухаттаб убили, кто его убил? Его тоже убили. Кого Осман убили, его убили. Али убили, его убийцы убили. Вот а так, после смерти тоже Аллах Субхану Таал дает победу для его рабам. Из условий, чтобы побо победа, победа была постави улов д этого пройдет муслман испытание дае до такой степни как мы прошлом уроке сказали дае посланики говорили когда е будет победа л сбн т стс русул ну н д куибу ам нсруна а посланик отчаялис и ни думали то их убу не уверовали, их кто считали лжецами, что случилось? Тогда пришел наша победа. В другом аяте Аллах говорит, ам хасим тум антад джанна, ам хасиб тум антад хулюль джанна. Вы считаете ли, говорит, что вы войдете в рай, валамма ятикум атару ладзина халау мин Пока вам не придет такое. же Положение, которое было до вас, которое было общины. Что было у них? Массатхумуль баса. У них пришло баса, это нищета. بدن است و ضرر بدی و زلزل و دچار الرسول دچار پکاس کرد الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا مع اتکاتور میست نیم بله متا نصر الله که دچار پومش الله ای الله گفت الا إن نصر الله قريب پایستی بومش الله بریز که دو پایه دی نیاب خدمت ابد اسپیتانی ات پرایتی داشتن И хадис, то, что а, история, которую мы в прошлой лекции рассказали, история Абу когда Иракль спросил Абу Суфьяну, кто это в боях выигрывает, вы или Мухаммад? Он сказал, чередование. Иногда мы, иногда он. Потому что Бадри Мухаммад выиграл, саллиллаху алейхи салам. они выиграли. Они сказали, чередование. Даже это знал те люди, которые читали книги, предыдущие книги. Ахлюл Китаб. Иракл что ответил? Так же, говорят, посланники. Так же, говорят, посланники. Тубтала. Испытают их. Сумма такуну лаха ал -а Потом для них будет конец. Конец все равно будет. Победа конец все равно будет для посланников. И победа близко или далеко – это измерение не нашими э, правилами. Здесь мизан висит Аллаха Субхану Ва Тааля, э, времени близко или нет, даже Аллах этот, они говорили, когда же Аллах, помощь Аллах придет, даже посланники и верующие считали, это уже далеко, это победа, что так долго? Аллах говорит, поистине, победа Аллаха близка. И победы тоже разные. Есть победы, которые... Это время, в которое была победа, как было Бадр, победа была, но это не сравнится с той победой, которую Аллах Субхану дал победу Мекке, Фатха Мекка. Когда Мекку открыл, и все арабы уже подчинились пророку, саллиллаху это после этой победы и начали группами заходить в ислам. После первой победы с ним потом обратно поражения были, беды были, а после... А, какие поражения были? Я убил Мауна, когда 70 подвижников пророка, саллиллаху убили, потом Охуд после Бадра. И мушрики нападали в Медину. А после большой победы Фатху Макка, это вообще разное, после этого было тамкин. Укрепил Аллах Субхану Та'ала на земле иман и дал, сделал верующие люди наместниками на земле. После Фатху Макка. И группами заходили э, ислам, мушрики, и все урайшитские говорит тоже уже подчинились пророку, саллиллаху алейхи Что это мы понимаем? Даже, например, полноценная победа, не должен мусульманин спешить. Если даже какое-то временный победа Аллах дал, это не означает, что после этого поражения не будет. Полноценная победа, которую мусульман на месте делают, это после этого как фатфа Макка. Даже если сейчас Газы выиграет, это не означает, что все остальные мусульмане выиграли сколько мест таких газа у нас на земле есть. Газа маленький кулачок, таких весь исламский мир также оккупирован. Некоторые оккупированы врагами, внешними врагами, другие оккупированы внутренними врагами, как это Тауты. Но все оккупированы, Это есть даже ГАЗы победы, да, этот частичная победа. Полноценная победа будет, когда все земли мусульман освободятся и даст Аллах Субхану полноценный победы даст для мусульман. Когда земля мусульман освободится. После как победы дал, это не означает, она будет также продолжаться, если мы не будем соблюдать это условие, которое Аллах Субтитров поставил. Если это условие уйдет, как Аллах говорит, «Ваман после этого кто кафиром станет, неверным станет, фауляйкум они являются нечестивцами. Здесь говорит Ибн Ашур, здесь после победы, конец этого аята нам обещает, после победы Аллах Субхану Таала нас предупреждает. Если же обратно же вернетесь, те же условия оставите, которые условия победы, если оставят, что с вами будет? Что с вами будет? То же так же поражение, которое было. Это нам Аллах Субхану Таала предупреждает, чтобы мы не уповались, как победы получили все, все, что спокойно можно сидеть. Нет. Это условия должны мы всегда держать. Это нам показала история сподвижника пророка, салюху, салам, когда они соблюдали все приказы Аллаха, Субхану они слушались пророка, саллиллаху они в времени, очень малое времени, почти полмира завоевали. За 25 лет уже, после смерти пророка, через 10 лет, сподвижники пророка, саллиллаху до Кавказа дошли. 22-й год был, когда Дербент пришли, сподвижники пророка, саллиллаху открыли Азербайджан, и Ирак, до нашей границы когда дошли. За 10 лет. Это история очень малого времени. Бедуины, в пустыне, которые выросли. Почему? Потому что они соблюдали условия победы. За то, что они слушали пророка После его смерти, после сподвижников, когда мусульмане начали оставлять, эти условия, иногда появлялись раскол, появлялись поражения. Некоторые земли, которые были освободены, обратно забрали, как это случилось. Андалус, Испания. Почти 800 лет под мусульманам было. Обратно забрали. Сейчас, если смотришь, даже можно сказать, за то, что там очень мало мусульман, в общем, как мусульмане остались. А там 800 лет мусульмане жили. Оттуда есть очень большие имамы. Мы слышим имам Аль-Куртуби, величайший муфасир, тафсир, который делал. Ибн Абдельбар. Это все оттуда, с, анголоса, с Испании, ученые. Большие имамы. А где я сейчас вообще там не остался? Когда этих условия нету, я оставил мусульмане Аллаху Та'аля также забрал эту победу. Ибн Сади, он говорит, Сади говорит, после, далека, после победы, те, кто, э, когда Аллах вам власть дал, после этого, которые ослушались и кафирами стали, что будет фаулайкум фасикун, а эти, которые ослушались пос, э, Аллаха Субханаху и распространили на земле нечисть, и они не являются достойными для этой э, наместникам на земле, за то, что они оставили иман, когда она возвышена, когда она была укреплена. Из-за этого, после этого, если они иман оставили, это указывает, что человека намерены правильный не были. Он, он, оказывается, иман делал, пока победы не будет, и после этого Аллах и поражение получают. Это некоторые условия победы. Иншаллах. А, какие далилы есть на этот закон, закон победы, закон укрепления има, а, мусульман на земле, чтобы сделать их наместниками на земле, эти далилы и какие плоды от этого а, установления мы можем взять.